того, сегодня будут сдавать лучшие спортсмены нашего центра. Одни из лучших, скажем, не все, но большая их часть. Ребят, все готовы, все настроены. Так что ожидаем только золота. Ожидают золота 50 лучших бойцов клуба. Тем более в центре единоборств есть все условия для сдачи нормативов. В первый день их ждет гимнастическая часть ГТО. Это прыжки в длину, пресс, отжимания, подтягивания. А для самых маленьких – метание мяча в цель. Если, конечно же, ребенок или участник вдруг выполнит на серебряный или на бронзовый знак отличия, ничего страшного, у него есть следующий год, он спокойно приходит, готовится и выполняет. Спортивные принципы – это, конечно, хорошо, но администрация клуба считает, что сдача ГТО – это еще и повод для гордости за свое отечество. А патриотическое настроение сейчас как никогда в тренде. Мы рады, что данные советские традиции у нас возрождаются, потому как вот готов к труду и обороне. Раньше, в советское время, это очень было престижно иметь такой значок. Далее бойцов ждет атлетическая часть норм ГТО. В клубе уверены, что такие спортивные праздники на их территории станут доброй традицией. К слову, уже есть идеи, чтобы проводить подобные старты и в новом центре единоборств, который откроется летом на улице Взлетной. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.